Сейчас вы увидите ролик фильма «Человек-паук вдали от дома», но если вы не видели «Мстители. Финал», остановитесь, потому что в ролике много серьезных спойлеров. Не зря трейлер начинается с такого предупреждения Тома Холланда. «Вдали от дома» будет прямым продолжением «Последних мстителей». По сюжету, после гибели Железного Человека, паучку предстоит стать главным защитником Земли. Вряд ли Тони решился бы на такое. Не будь он уверен, что ты продолжишь его дело. Ты станешь новым Железным Человеком? Стал бы, да некогда, за всю полицию отдуваюсь. Ты чё? Да шучу я. Успехов в работе. Ну а я на каникулы в Европу. Каникулы — это прекрасно. Прогулки по улочкам Европы, друзья, одним словом кайф. Но супергерой, он и на каникулах супергерой. С тобой очень сложно связаться, Человек-паук. Это мистер Бэк. Моему миру нужны такие, как ты. Твоему миру? Он с Земли, но не с нашей. А вот актерский состав с нашей Земли и знаком многим. Уже традиционно роль Ника Фьюри исполнил старина Самуэль Л. Джексон. Человек-паук Том Холланд, а нового героя Мистерио сыграл красавчик Джек Джилленхол. Кстати, по поводу персонажа Джилленхола у фанатов есть один вопрос. Станет ли он в фильме главным врагом Человека-паука? Так, как это было в комиксах. Ответ уже сегодня на экранах кинотеатров. А вы кто? Я Человека-паука. Работаете на паука? Я работаю вместе с пауком, а не на паука. Новый план! Извини, я опоздал. Я не удивлена. У меня была встреча с Лорой. С какой Лорой? Она занимается развитием цифровых книг. Прошу вас. Мне кажется, в издательском деле все боятся цифры как дьявола. Вы должны ломать стереотипы. Как сильно? Это вы должны мне сказать. Ален – успешный парижский издатель. Изо всех сил пытается приспособиться к цифровой революции. Но еще он очень сомневается по поводу новой рукописи Леонара, автора, с которым он давно работает. А моя рукопись? Я не буду ее печатать, я думал, ты понял. Правда, жена Алена, известная театральная актриса, думает, что рукописи можно взять в печать. Интересно, почему? Уверен, что Ален не догадался. Думаешь, он что-то знает? Возможно, это просто месть? Да, здесь всеми взаимоотношениями героев рулит старый добрый любовный треугольник. Кстати, фильм был номинирован на «Золотого льва». Неудивительно, здесь в легкой комедийной форме поднимаются вопросы отношений мужчин и женщин и, конечно, творчества. Обязательно посмотрите «Летним вечерком». Ты сейчас работаешь над чем-то? Не очень хочу об этом говорить. Процесс идет? Идет, идет, все просто прекрасно. И больше ничего не скажешь? Нет. Нет. И куда едешь? На Ибицу. Каникулы мечты для старпера-ортопеда. Как завоевать сердце новой подруги? Стать лучшим другом ее детей. Совместная поездка – отличное решение. Папа, твой ход, давай. Ну, ма, поехали! На семейные посиделки не по душе молодежи. Вот если бы поехать на Ибицу... Походу, Бэтмен на меня запал. За маской французской комедии с долей безумства скрывается непростой вопрос отцов и детей. Не пропустите, уже сегодня в кино.